Привет, хочу знайки! Сегодня будет слегка необычное видео, но оно вам точно понравится, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите! Посмотрите, что случилось с этим Боингом 747 с четырьмя двигателями. К счастью, это был демонстрационный полет, и это была игрушка, но все равно жаль. Крылья этого самолета буквально сложились в полете, но пилот чудом выжил. Когда ты самолет, но вдруг захотел стать лодкой? Этот пилот устроил шоу, когда приземлился на пляж. Южнокорейский самолет неправильно рассчитал маневр и столкнулся с турецким самолетом с пассажирами на борту, оторвав ему хвост. К счастью, обошлось без жертв, но все были сильно напуганы. Этот пилот только что успешно развернулся, что привело к отмене двух рейсов. Женщина разбила бутылку алкоголя в салоне самолета, но не волнуйтесь, у нее есть вторая. Ее уровень готовности поразителен. Ультралегкий самолет упал не один, а два раза. Сначала он заглох в небе и совершил аварийную посадку на пляж, а когда попытался взлететь, ему снова не повезло. Самолет попал под град, и только посмотрите на последствия. Лучше бы они подождали в аэропорту. Оставить вертолет на нефтяной вышке во время шторма было не самым лучшим решением. А здесь пилоту пришлось сажать самолет на одном колесе из-за сильного поперечного ветра. Полицейский вертолет был готов ко взлету, но грузовик изменил его планы, когда задел лопасти. Если вы хотите узнать судьбу старых самолетов, человек за камерой может найти это забавным, но людям внутри самолета не так уж смешно. Ему было негде приземлиться. Этот самолет приземлился в конце взлетно-посадочной полосы, и у него было недостаточно места, чтобы затормозить. В двигатель самолета попала птица, из-за чего салон наполнился дымом, и пилотам пришлось срочно возвращаться в аэропорт вылета, чтобы спасти людей. У вертолета отказал двигатель, в результате чего он упал на землю при посадке и разлетелся на куски. Но, к счастью, всем четырем членам экипажа удалось выжить. Этот самолет сбил планер стоимостью 80 тысяч долларов. В следующий раз им следует более тщательно выбирать место запуска. Бортовое оборудование этого вертолета отказало, и он упал в воду с высоты 5 метров. Пилот попытался поднять его обратно в воздух, но сделал только хуже. Грузовой самолет разогнался, но не смог взлететь. Он врезался в забор и сарай и получил повреждения. Неудачный взлет закончился опасным крушением, но все, кто был на борту, включая двух взрослых, двух детей и двух собак, не пострадали. На минуту отвлекитесь, чтобы оценить мощь двигателя Boeing 747. Он мощнее, чем самый сильный торнадо. Мы бы не хотели оказаться на месте этих людей. Здесь у пилотов не было выбора, кроме как совершить экстренную посадку в центре иранского города. Такое не каждый день увидишь. Старый военный самолет получил удар крылом и аварийную посадку. Boeing 787 авиакомпании British Airways был вынужден прервать посадку во время мощного шторма в Великобритании. Позже пилоты повторно совершили успешную попытку захода на посадку. Реактивный истребитель едва избегает столкновения со зрителем во время захода на посадку. Эфиопский грузовой самолет почти теряет управление во время жесткой посадки. Пилот планера совершает аварийную посадку в поле и чудом избегает повреждений. На этих кадрах видно, как олень почти столкнулся с винтом самолета. В аэробус А350 ударила молния, когда он приближался к аэропорту. Пилоты пытаются посадить самолет во время очень ветреных и опасных условий в Португалии. Пилотам часто приходится сталкиваться с ветреной погодой в этой стране из-за сильных атлантических ветров, приходящих с запада.
Случайный прохожий снимает кадры жесткой посадки самолета авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу. 6 самолетов МиГ-29 совершают чрезвычайно низкую посадку в Чешской Республике. Видео показывает, как пассажирский самолет приземляется без переднего шасси после того, как оно не раскрылось. Самолет близок к тому, чтобы сбить нескольких прохожих в Греции. Пилоты пытаются посадить самолет во время невероятно сильного поперечного ветра в аэропорту Лиссабона. Зрители снимают истребитель F-16, вылетевший за пределы взлетно-посадочной полосы. Он разбился, и ущерб оценивается в 5,4 миллиона долларов. Эти потрясающие кадры показывают, как крупнейший в мире биплан совершает аварийную посадку после того, как у него отказали шасси. У этого Боинга 737 возникла проблема с реверсируемой тягой, что вынудило его совершить посадку в условиях сырости без нее. Этот F-15 взлетел, и как вдруг у него отказал компрессор, и в результате чего из двигателя вырвалось пламя. К счастью, пилот смог прервать взлет, и никто не пострадал. Этот Boeing 747 столкнулся с птицей во время взлета из аэропорта в Индии. Аэробус А-330 врезался в фонарный столб во время руления. Это произошло не во время взлета, а близко к нему, что привело к незначительным повреждениям. И, к счастью, никто не пострадал. Этот Boeing 737 отменил взлет. Это привело к тому, что самолет буквально дрейфовал по взлетной полосе. Этот Boeing 737 был слишком тяжелым и едва смог взлететь с конца взлетно-посадочной полосы. Этот аэробус А-350 с трудом взлетает, так как будто работает только один двигатель, и у него есть поломка его обычной мощности. Эти два пилота попытались поменяться самолетами в воздухе, выпрыгнув и приземлившись в другом самолете. Одному из пилотов удалось это сделать, в то время как второй самолет вошел в штопор и рухнул на землю, а пилот благополучно приземлился с помощью парашюта. Трюк был выполнен командой Red Bull. К счастью, никто не пострадал. Этот человек лежал в конце взлетно-посадочной полосы, когда самолет заходил на посадку. В этот самолет ударила молния. Студент-пилот вошел в штопор во время учебного маневра, а инструктор объяснил, как из него выйти. Это Cessna 182 в Колумбии совершила аварийную посадку с одним колесом. Ну вот, как мы и обещали, видео было интересным. Увидимся завтра, и не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны.